июля 2023 год. Манежная площадь. Сегодня здесь рабочий день межрегиональных штабов проводит серию одиночных пикетов вокруг Красной площади, которая закрыта. С тех пор вот событий военного мятежа, пока ее не открывали. И мы, как обычно, в субботу, не только в субботу, но и в другие дни, выходим сюда, на пост номер один, к памятнику Георгию Жукову. Вот он. С плакатами в поддержку президента России Владимира Владимировича Путина. Также вот с таким вот плакатом: «Как нам победить? Необходимо восстановить полетное задание, отмененное Ельцином в 1994 году, и нацелить ракеты на США». Также второй плакат: «Народ поддерживает Путина в борьбе за свободу и независимость Отечества». Возвращается, моя родина, возвращается. Наш мощный ядерный лом не будут теперь никуда нацелены, и их разбили на металлолом. России угрожают смертельным концом, но сами не знают, попали куда. Ждет потрясающая скоро беда. В наших агентах все стоят на дежурстве. Нету полетных заданий, вы в курсе? Но наши военные в ближайшие даты пишут ракетные координаты. В Америке сразу пиндосы очнутся, враги за границей в Уфе встрепетнутся. Сармат не искусственный, маска фуфон. Маршрут в одну сторону, Сибирь, Вашингтон. Граждане демократичной Америки устроят госпереворот в истерике. Не будет США уже не до Украины. И мы считаем, что это очень правильно. Что ж вы полезли в Россию, рогатые? Забыли, за чей счет такие богатые? Вы уж порядком всех нас достали, поэтому мы с арматы достали. Вам все с рук не... Вы уж порядком всех нас достали, поэтому мы с арматы достали. Вам все с рук не сойдет, как обычно. Конец экономии. Истоки не нравятся. Полный курс на суверенитет. Информация в поддержку курса Владимира Владимировича Путина. Информация в поддержку курса Владимира Владимировича Путина. Совладала с врагом ты в Сомали. И вот возомнила себя пупом земли. Судьбы народа стала вершиной. Помни все об одном.
Сегодня 8 июля, и это праздник, день верности, любви и семьи. Но всегда любовь должна быть действенной. И как сохранить семью, когда у тебя страна не суверенна, когда ее разваливает враг изнутри и снаружи? В первую очередь нам надо победить внешнего врага и внутреннего врага в том числе. И это можно сделать, только вернув полетные задания на Вашингтон. В этом задача каждого – затребовать это от власти. Национально-освободительное движение поддерживает курс на... Владимира Путина в борьбе за суверенитет Отечества. Освободительное движение постоянно в выходные раздает листовки и газеты на Манежной площади в поддержку курса Владимира Владимировича Путина. Народ требует, чтобы дали, чрезвычайные полномочия Владимиру Владимировичу Путину для завершения конституционной реформы, для того, чтобы наша страна победила в войне с Западом, с Америкой. Забирает на марш всех немых. Русские идут, летает над Россией ночь. Русские идут, любимой армии помочь. Русские идут вперед сердцами высших проб. Русские плюют на власть Америки и Европы. Русские идут, русский марш, он закончит шабаш всех. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 8 июля. Идет раздача листовок, пикеты вокруг Красной площади. В листовке написано, что идет завершающая борьба с Соединенными Штатами Америки. В листовке написаны статьи колониальные, то, что наша конституция колониальная, и какие статьи нам нужно Добрый день, меня зовут Егупова Наталья, я являюсь представителем НОТ Саратов-Энгельс, приехала сюда с Саратова поддержать Владимира Владимировича Путина, нашего президента. То есть поддержка народа сейчас очень важна, нужна консолидация общества. Для того, чтобы была победа на СВО, ребята ждут от нас здесь поддержки, чтобы мы как бы... приблизили эту победу, нужна консолидация общества. Владимиру Владимировичу нужно дать чрезвычайные полномочия, чтобы у него была власть и для нашей всеобщей победы над нашим врагом.